Время, конечно, обмануть можно. И я приветствую вас, дорогие друзья. Я рада видеть ваши счастливые молодые лица. И у меня для вас невероятная новость. Уникальный активатор молодости. Три ступени системного ухода за кожей с пептидами и гиалуроновой кислотой. Более того, уникальный активатор молодости – это скин-активатор, который состоит из трех шагов. Три шага к абсолютной молодости кожи. Первый шаг – восстановление. Далее – второй – повышение энергии и улучшение эластичности кожи. Ну а третий – это лифтинг. Это то, к чему мы стремимся, и юношеский овал лица. И все три этапа сопровождают еще и специальные средства, которые будут обеспечивать каскадное увлажнение кожи и сохранять ее молодость всегда. Итак, в чем инновация лаборатории Faberlic, спросите вы меня? Ну, мы знаем, что первые признаки увядания кожи – это потеря гиалуроновой кислоты. Это приводит, к сожалению, к проблемам. Кожа теряет объем, становится менее упругой, и, ко всему прочему, увы, появляются морщины. А знаете ли вы, что гиалуроновая кислота бывает разной? И более того, представьте себе, одна молекула гиалуроновой кислоты придерживает 1000 молекул воды. Представьте, я и вас 1000. Это, прежде всего, высокомолекулярная большая молекула гиалуроновой кислоты. Она содержится в ночной маске, когда создает на коже тончайшую вуаль, которая будет обеспечивать защиту кожи от потери влаги. А далее средняя молекула будет заполнять все пустоты и, ко всему прочему, обеспечивать увлажнение кожи в течение 24 часов. И, наконец, самая маленькая молекула. Она находится во всех средствах, всех трех этапов. Она входит в состав каждого препарата, всех трех основных этапов. И она действительно будет обеспечивать вам влажность кожи и запускать синтез собственной гиалуроновой кислоты. Но это еще не все. В чем еще наша уникальность? Уникальность заключается в том, что в каждом средстве есть свои пептиды. 7 разных пептидов будет обеспечивать активацию молодости вашей кожи. И почему именно пептиды? Прежде всего, пептиды – это главные регуляторные молекулы. Они отвечают за все физиологические процессы в коже. Их используют в фармакологии, их используют в медицине. А в косметологии они появились не так давно. Но сегодня мы точно знаем. Прежде всего, пептиды регулируют все процессы жизнедеятельности. Они очищают клетки от шлаков, они способствуют синтезу коллагена, они создают упругость кожи и так далее. Но самое главное, кислород – это наше все. Поэтому в каждой формуле есть NAVAFTEM-O2, который будет обеспечивать проникновение всех активных веществ в кожу и заставлять клетку кожи работать значительно более интенсивнее. Итак, три ступени. Восстановление, эластичность, лифтинг. Каждая ступень – это два ключевых средства. Крем для лица и крем для век. Но это далеко не все. Сначала первый этап, активатор номер один – это восстановление. В процессе жизнедеятельности клеток в коже у нас, к сожалению, накапливается мусор. Это обломки коллагена. Кожа же работает, поэтому есть продукты отходов. Поэтому перезапуск, детоксикация, восстановление. Специальный пептид, который находится там, он будет убирать весь мусор из клеток кожи, очищая пространство, и на этом месте мы построим новую структуру кожи, наполним ее влагой. Единственное, вы должны помнить, 28 дней минимальный курс, надо стремиться. Вторая ступень – это эластичность кожи. Далее, здесь работают уже три пептида. Основной будет отвечать за синтез эластина в коже и восстанавливать упругость ее.
А далее рубиновые водоросли, удивительный растительный таурин под названием Early Boost, будет наполнять каждую клетку дополнительной энергией. Но это еще не все. Трипептид Синхайкан будет заставлять каждую клетку кожи стимулировать собственную гиалуроновую кислоту. Итак, три активные молекулы. Курс не менее 28 дней. Но если вам немного больше, чем 30, тогда 2 месяца. А если совсем много, чем 30, тогда уже 3 месяца. Не забывайте ежедневно использовать второй этап. Ну а далее третья ступень. Наконец, лифтинг. Если вы последовательно использовали все предыдущие ступени, если вы выполнили всю программу, то результат превзойдет ваши ожидания. Прежде всего, активный комплекс Лакесис будет уплотнять кожу, а пептид, который называется Синтакс, он будет усиливать упругость кожи и восстанавливать овал лица, возвращая юношеский овал, тот, который у вас был давным-давно, но тем не менее ваша кожа будет молодеть с каждым днем. Кроме прочего, гиалуроновая кислота будет создавать удивительный эффект плампинга. Это новый метод в косметологии, с помощью которого мы наполняем как бы кожу изнутри. И это будет создавать тот самый юношеский овал. Но не забывайте, что на протяжении всех трех этапов вы должны будете использовать увлажняющий гель и увлажняющую сыворотку. Их можно наносить в течение дня, но и также использовать со всеми основными средствами. Там находится среднемолекулярная гиалуроновая кислота. И не забывайте про шею и декольте. Самая тонкая мышца, которая поддерживает шею, заканчивается на уровне второго ребра. Там заканчивается и ваше лицо. Поэтому не забывайте, женщина должна ухаживать за лицом целиком. Ну а вечером обязательно ночная маска. Вы помните, что самая большая молекула гиалуроновой кислоты находится именно в ней. Пока вы спите, кожа работает. Более того, она будет покрывать вашу кожу невидимой вуалью и препятствовать испарению влаги и запечатывать все активные ингредиенты, которые туда попали. Это важно. Все три этапа ухода за кожей. Важно выполнить еще и последовательность этих этапов. И не забывайте о количестве дней, которые их нужно применять. Да, косметология – точная наука. Это системный уход. Поэтому, когда вы последовательно пройдете все этапы программы, вы будете также молоды и прекрасны. Так же молоды и прекрасны, как женщина, которая первой оценила инновации Faberlic. И чтобы она сейчас будет здесь, чтобы рассказать вам об этом лично. Встречайте!